Всем привет! В этом видео вы узнаете о выходе новой локации в следующей версии, что нас там ожидает и сколько примагемов можно будет выфармить. Всем приятного просмотра! Следующее обновление ожидается одним из самых щедрых обновлений в истории Геншина, поскольку там не только китайский Новый год и праздник морских фонарей, за который мы получим кучу халявных наград, но еще и ожидается выход новой пустынной локации, потому что уже целых две версии ничего не выходило. И не забывайте принять участие в самом крупном розыгрыше за всю историю Геншина у нас в Телеграме, ссылка в описании. Если зайти в достижения, то здесь есть раздел «Пустыня 1». Это означает, что выйдет еще одна часть пустыни, которая, соответственно, будет называться Пустыня 2. Следовательно, появится много новых противников, головоломок, квестов, интересных механик и так далее. А вместе с этим, за зачистку новой территории мы получим от 16 до 20 круток. Точное количество пока что неизвестно. Также откроются еще 10 уровней дерева снов в Ванаране с 30 по 40, за которые мы получим дополнительно еще 4 стандартные и 2 ивентовые крутки, плюс полезные ресурсы. С такими щедрыми наградами за следующее обновление можно будет накопить как минимум на одну легендарку. Напишите в комментариях, готовы ли вы к зачистке нового куска пустыни. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!